Весна вступает в свои права, и в течение нескольких дней на территории города активно начал таять снег. На некоторых участках Петропавловск напоминает город на воде. Сотрудники коммунального предприятия «Очистные водоотводные и водопропускные сооружения» ежедневно откачивают воду не только с центральных улиц, но и с частных дворов окраин. Валентина Филиппова – жительница рабочего поселка. В этом году талой воды так много, что она заходит прямо в дом, рассказывает женщина. На помощь спешат коммунальщики. Вызывают их на откачку воды по этому адресу уже не в первый раз. Пришла весна, и нас начало топить. Мы начали бочку регулярно вызывать. К дому чуть-чуть стала подходить вода. Мальчишки молодцы, они стали подъезжать и забирать эту воду, выкачивать. Спасибо им, что они нас спасают. В борьбе с талыми водами в Петропавловске задействовано 15 единиц техники. 5 бригад работают в районах города. Откачка воды ведется круглосуточно. Также коммунальщики чистят арыки и просят граждан содействовать в этой работе. Хотелось бы еще попросить людей, сам лично замечал в рабочем поселке. Сейчас находятся 2 бригады, которые промывают, отпаривают ото льда арычную систему, лотки. Только они пропарят, тут же выходят люди и начинают лить с ведер, помои, да, воду грязную или еще что-то. Хотелось бы попросить, все-таки, чтобы они этого не делали. Все-таки нужно иметь уважение к людям, те, которые работают у нас, те, которые помогают этим же людям. В этом году осадков выпало значительно выше нормы, а потому и неудобств у североказахстанцев больше. Ежедневно в ситуационный центр по номеру 109 оставляют более 130 заявок. Все они отрабатываются 100%. Наталья Итова, Райнбек Бегужаев, служба новостей.